Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию национальную банкноту Малайзии. 2 рингит 1998 года. Состояние унц с пачки. Немного о истории. В обращении находятся банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рингитов. В 1996-98 была выпущена редкая банкнота номиналом 2 рингита. И больше такой номинал не выпускался. А затем и вообще был изъят с обращения. Слово рингит иногда также используется в Малайзии для обозначения сингапурского и брюнейского доллара. Описание монеты. Описание монеты. 2 номинал, размер 130 на 65 миллиметров, основной цвет лиловый, аверс изображения, портрет первого верховного правителя Малайзии Туанку Абдул Рахмана. Реверс банкноты. Телекоммуникации, телевышка и спутник. Банкнота редкая, советую приобрести. Реальная ее стоимость на аукционах от 100 гривен. Банкнота с пачки, состояние пресс-унс. Смотрим, водяные знаки есть. Все есть. Перегибов нет. Редкая банкнота будет всегда в цене. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов. Спасибо за внимание.